Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 21 мая. И я, Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Анне Сахировой и ее детям Вере и Мише. Партнер программы – клининговая компания «Дворецкий». Сделает вашу жизнь чище и уютнее. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа с помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования Santoema. Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560-500. По республике на трассе БАМ местами осадки. По остальной территории теплая, без осадков погода. Ветер западный 5-10, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 1-6, местами от 0 до плюс 3, днем плюс 11-16, местами до плюс 7. По центральным районам ночью от плюс 3 до минус 2, днем плюс 14-19. По южным районам ночью от 0 до плюс 5, по юго-западу до плюс 5, днем плюс 5. 19, по юго-западу плюс 8-13. В столицу Бурятии без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем 17-19 тепла. Атмосферное давление будет ночью слабо расти до 731 мм ртутного столба, днем падать до 727. Свежий отпечаток пальца весит примерно 1 миллионную долю грамма. Он состоит из воды, жиров, белков и солей, выделяемых кожей. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Работайте в перчатках, не оставляйте отпечатков.